Маргарита, Маргарита, просыпайся, на пляж хочу, Маргарита. Дан, какой пляж? Еще так рано. Сейчас я Диану разбужу. Диана, просыпайся, мы же договаривались, что утром на пляж пойдем. Да, можно еще 5 минут, а потом пойдем на пляж. Так, девочки, если вы не пойдете со мной на пляж, то я вас облю холодной водой. Мама нам говорила. Девочки, я уже сумку собрала. Там ваши купальники и полотенца. Так, да, давай сумочку. Диана, я за руль. Нет, за руль сяду я, Маргарита. Нет, нет, если вы будете ссориться, за руль сяду я. О, нет, так, спасибо. Нет, все, сажусь за руль я. И точка. Так, правда, подожди, куда держать сумочку? Сдалась. Все, девочки, приехали, выходим. О, детская площадка. Диана, да. Какая площадка? Мы вообще-то купаться идем. Вот именно. Давай быстренько, иди сюда. Ладно. Да, да, скорее. Девочки, мне нужно одеть на рукавники, я плавать не умею. Ладно, давай закажем коктейль. Да, закажем, а потом будем плавать. Пойдем. Так, девочки, нам уже принесли меню, что будем заказывать? Давайте посмотрим, Дан, ты что хочешь? Ты хочешь мохито? Да, я тоже буду мохито. О, смотри, я хочу пинаколаду. Пинаколаду, все, супер. А ты что хочешь? Тогда мохито. Мохито тоже? Да, да. Окей, тогда сейчас заказываем. Все, тогда 2 мохито и пинаколада. Окей, хорошо. Девочки, смотри, сколько я ракушек вам собирала. Круто, Дана, давай тебе шезлонг помогу. Да, давай тоже будем расставлять шезлонги. Давай. Я тебе вот это вот. Да, супер. Сейчас. Будем полотенце тебе ставить? Все. Думаю, нет пока что. Как круто отдыхать. Да, еще и без родителей. Просто кайф. А какой вкусный коктейль. Сейчас, девочки, пьем коктейль и идем купаться. Да. Это кто тут на моем пляже? Они пьют коктейли. Я тоже хочу. Плавайте, плавайте, а я все ваши коктейли выпью. Ладно, пойдемте коктейли уже пить. Да, все, хватит. Сейчас коктейли попьем. Не поняла. А где коктейль? Кто его выпил? Я в шоке. А моего вообще нету. И где коктейль? Моего нету. Я в шоке. Кто выпил его? Кто выпил коктейли? Смотрите, здесь вообще ничего не осталось. Вот именно. И тут тоже. Диана, а может это они? А ну пойди.
Идем. Согласна. Девочки, все, давайте собирать наши вещи и уезжать с этого пляжа домой. Тут воруют наши коктейли. Вот ужасный пляж. Собираем. Ох. И бери другую. Так, я забираю ваши очки. Девочки, хватит здесь сидеть. Пойдем. Да, все, девочки, пошлите отсюда. Завтра мы не поедем на этот пляж, поедем на другой. Да, нужно выбрать какой-то другой. Вообще, что за бред? Сейчас придем домой, будем смотреть в интернете, какие здесь в Доминикане есть нормальные пляжи. Потому что на этот я возвращаться не буду. Я тоже не собираюсь. Мало того, что мы купили дорогие коктейли, так нам еще и выйти. Что это? Вот, понимаешь, отвратительно. Садись, Дана, поехали отсюда. Вообще кошмарно. Наконец-то мы приехали, а то подождем в открытой машинке не очень прикольно ехать. Девочки, давайте уже заходить в дом, я замерзла. Да, мы уже идем в дом, давай. Да, идем. Так, Маргарита, пакеты. Выходим, да, пошли. Спускайся. Вообще, так холодно. Конечно, холодно, да, слава богу, мы успели приехать домой. Холодно, ужас просто. Да, сейчас пойдем. Так, давайте переодеваемся и на ужин. Да, отлично. Мы готовы. Да. Ой, ты готова. Диана, у тебя есть сладенькое? А, у Даны есть. У меня есть Джилибелли. Да, все, у меня есть Джилибелли, идем. Пойдем. Где мои Джилибелли? Я их же здесь оставляла. Дана, может быть, ты сама съела и просто потом забыла? Дан, ты вообще понимаешь, что в этой коробке был целых 1 килограмм конфет? Если ты их все сама съела, у тебя живот скоро начнет болеть. Маргарита, Диана, они здесь лежали. Я их не ела. Дана, что-то я тебе не верю. Девочки, а это что? Девочки, это мои Джилибелли. Кто их разбросал? Дана, мы-то сейчас их соберем. Но если в пакете будет мало конфет, значит это 100% ты их съела и разбросала. Давайте собирать. Да, давайте. Малыш, возьму себе, оставим. Дана, ты что хочешь, гоблина оставить себе? Какого гоблина, Маргарита, какой-то гремлин. Девочки, смотри, какой он хорошенький. Это не гоблин и не гремлин. Это вообще-то хороший маленький малыш из красивой прически иракеза. Дана, нет! Слушай, ты с иракезом на голове, откуда ты вообще взялся и почему ты взял наши конфеты? Слушай ты, Маркуша-Петруша, давай отсюда кыш-кыш, а то мы сейчас охрану вызовем и тебя отсюда вынесут. Девочки, не надо охрану. Привет, Маркуша, меня зовут Дана, давай дружить. Дружить? Маркуша, интересно, а у тебя есть конфеты? Я думаю, что ты сделал, у кого есть конфеты. Конечно, есть конфеты, сейчас принесу. Слушай ты, Маркуша,
ты тут жить не будешь. Проваливай отсюда по добру, по здорову. Иначе... Иначе что? Аааа! Магарита, сними! Сними! Лесна! Сними! Магарита, сними! Диана! Магарита, Филипп, за вас хватит губами! Смотри, Диана, держись! Я сейчас кого-то на помощь позову! Ааа! Снимите кто-нибудь! Сними перевоз меня! Быстро помоги! Ааа! Магарита, помоги! Магарита! Need that much. How can I tell?